Национальная выпечка, факты о героях Великой Отечественной и предметы одежды. Алтынай Алексеевна вместе со своим учеником приехала на зональный семинар «Известные люди в школьном музее». В Назарьевской школе они представляют одну из экспозиций, которая посвящена дружбе народов. Музей вообще был создан в 1969 году нашим учителем, историком, краеведом Александром Андреевичем Пузатиковым. Вот. Долгое время он существовал, но по техническим причинам какое-то время он не функционировал. И в этом году мы восстановили музей полностью и еще добавили некоторые экспозиции. Руководители музеев раскрывали интересные факты из жизни выдающихся личностей, которым посвящены экспозиции. В Назарьевской школе часть выставки познакомила гостей с семьей Михалковых. Экспонаты собирались с 1980 года учениками школы непосредственно, а и также педагогическим коллективом. На сегодня у нас в музее насчитывается 2700 экспонатов. Это не только бумажные носители, это предметы. Похвастаться можно, конечно, в этих условиях. Это и, например, немецкая рация и сохранилось огромное количество учебников. Это периоды 20-го года, 30-х годов. Ребята приняли активное участие в семинаре, подготовили выступление и провели экскурсию для гостей. Я проведу экскурсию для наших гостей по нашей выставке, посвященной юбилею Сергея Михалкова. Я занимаюсь этим делом, потому что, ну, это интересно, по-моему, контактировать с людьми. Это развивает какие-то ораторские умения. Свои экспозиции представили не только участники из одинцовских школ, но и гости из Наро-Фоминского и Можайского округов. Также педагоги обсудили современные формы и методы патриотического воспитания школьников. Не только прививается любовь к своей родине, да, здесь ребята получают, в школьном музее, я имею в виду, получают азы исследовательской работы, проектной работы. То есть неоценима роль школьного музея в деле воспитания и образования. Участники смогли не только поделиться своим опытом, но и узнать о новых формах работы в музеях. Областные семинары проводятся ежегодно, и организаторы пообещали подготовить в следующий раз не менее интересную встречу. Полина Бахова, Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».